Здравствуйте. 9 февраля 2022 года. Нахожусь на улице Вторая Посадская. Там здание роддома виднеется на перекрестке Второй Посадской и Карачевской улицы. И это тоже к нему относится, здание роддома. Хочу снять несколько домов с этой точки, потому что все сносится периодически, и даже будет скоро, наверное, когда все это выселено, разрушено, застроено новыми, совсем другой вид скоро тут будет. Вот тот дом с красивой очень резьбой под крышей, с разрушенной крышей, я не знаю, что, вроде как центр, судя по стенам, как здесь когда-то был центр содержания каких-нибудь несовершеннолетних. Где-то он тут был, думаю, вот это как раз он. Резьба, конечно, очень красивая, но я не уверен. Очень красивая, но дом разрушается, ворота закрыты, в общем, ждет территория своего владельца. Я помню, в детстве, когда-то давно было очень много всяких домиков старых, а сейчас видите, какие настроили красивые дома. Современные, благоустроенные. А эти домики поснесены, и уже от них остались только воспоминания отдельные, обрывочные. Вот забыл, что там было. Очень красивая резьба под крышей. Стены такие мощные. Вот тоже с резьбой дом. Приземистый такой, но вроде как еще жилой. Стеклопакеты там. И тот дом вот 9-й тоже смотрю с резьбой старой. Интересные домики. Интересно, что там еще люди живут в 21-м-то веке. В центре города, можно сказать. 11-й дом, 9-й. Второй Посадской. А тут уже все, видите как. Вот эти дома высокие понастроены, благоустроенные. Это торговый центр Посадский. Пассаж. Там здание бывшего гастронома Москва. Это перекресток Комсомольской и Роза-Люксембург. И Второй Посадский. Вторая Посадская за перекрестком Роза-Люксембург. Вот, смотрите, какой еще домик маленький, интересненький. Такой. Ну, вот, собственно, что я и хотел снять. Потому что время идет. Все это со временем будет снесено, разрушено, застроено новыми домами. А это здание, по-моему, 23-й школы. Новое. Очень красивое. С углубленным изучением английского языка. Вот такой небольшой ролик. Спасибо за просмотр.